раз видите. Загасил этого говнюка, блин. Так. Забираем. Забираем. Все забираем. Все пригодится. Судя по всему, это ключ от вот этой двери. Все? Открыл дверь. Так, что тут?
Тут полезное. Можно потом продать. Так, привести в действие. Принести в жертву 6 жизней, и дорога будет открыта. Так что ли? Что-то не подходит, блин. Так что ли? Нет, блин. Три что ли? Так что ли? Так, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага, семь. Это не так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это восемь. Так, ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Это семь. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Сколько надо? Семь же. Сколько? Так. Принести в жертву 6 жизней, и дорога будет открыта. 6. 6, 6, 6. Это получается. Что-то я не пойму. А какой вариант? Верный будет. Что-то я не пойму. 6. Чисто рандом. На рандом нажал. Ну как сказать, на рандоме учится. Походу это и было 6. Так, ладно. Проход мы открыли. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man! Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Заебись. Теперь отстреливаться от них надо. Yeah.
Че нет, не бегут-то? Смешно, смешно. Так. Патрон для дробовика забираем. Это было. Что-то спрыгнул-то. Так, выключайте нажим.
Что тут? Интересно. О, сейв. Можно засейвиться. Закрыто, да? Поддается, закрыто с другой стороны. Если кто-нибудь поможет, я смогу попасть на другую сторону. Тут, тут Эшли нужно. Понятно. Нам сюда, как говорится, прохода нет. Нам по-любому придется спасать Эшли. Рановато мы сюда приперлись пока что. Нам надо в другую, походу, локацию. Так, тут уже были мы. Был. Походу вниз надо. Обратно. Так, это что за железный дверь? А, это обход. А, судя по всему. Обратно надо. Так, что здесь? Что-то полезного нету. Все, пошли обратно. А, тут же надо расстрелить что-то. Что-то есть. Шпинель. Тоже неплохо. Это что у нас будет? В какую сторону?
Это путь назад, да? Назад. Понятно, это мы назад идем. Так, не, в эту сторону, походу. Так. Тут же лестница есть. Это я назад вернулся. Бля. Один хрен я назад вернулся. Судя по всему, не, там не обойдешь. Я думал, там можно обойти. О, я траву профукал красную. Надо бы уйти. Через вот эту вот. Подожку. Нет, не туда пошел. Вот тут.
дверь закрыта, блин. Судя по всему, мне сюда. Интересно, обойти можем эту тему? Я сколько лута? Зажигательная граната. Неплохо. Сюда, наверное. Скорее всего, мне... обойти это проход этот. О, лабиринт, ё-моё, сейчас будем вон в лабиринте ходить тут. Здесь какой-то символ, две луны объединяются в одну. Интересно. Mr. Kennedy, still alive, I see. Конечно, живой. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me? Эти грёбаные. Сейчас куча собак понабежит тут. О, лечебный спрей. Забираем. Где собака эта грёбаная?
собаки с щупальцами, это пипец, блин. Лютый. Я назад вернулся. А, это я назад вернулся, заебись. Ёбаные эти лабиринты. Так, взял. Ебать, вы что такие жесткие-то? Какой-то гребаные собаки внезапно появляются, блин. Сейчас еще собаки появятся. Этих собак тут куча. Сейчас еще появятся собаки, и не удивлюсь. Не появились. Ну ладно.
info at the Wunk. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Ну, конечно же, я досваливаю. See you around. Да-да. Ada! Опять-таки, я досваливаю. Все понятно. Посветилась и свалила. Так, но в прошлый раз она нам, кстати, помогла. Довольно-таки нехило. Так, чё, кстати? Чё есть? Шпинель. Это не бьется. О, патроны. Забираем. Так, засейвимся. Еще раз. Так, кстати, а сколько серийка идет? Довольно нехило я уже записываю. Целый час. Короче, ладно, наверное, надо закончим. Я серию потом поделю. Программе. Видеоредактором. Ну, я с вами прощаюсь, с вами был Винчик, всем хорошего настроения, всем пока-пока.